Пигоревске состоялась встреча медиа-сообщества Подмосковья «Инфорум». Мероприятие организовано Союзом журналистов России. Почетные гости, опытные спикеры и представители региональных СМИ поделились своим видением работы в условиях новой реальности. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев отметил, что во времена мирового кризиса просто необходимо использовать современные тренды в подготовке материалов. На протяжении 5 часов сотрудники более 30 СМИ Московской области учились по-новому создавать контент, в их числе и телеканал «Видное ТВ». Мы живем сейчас в век фейков, да, когда очень много искажается информация и так далее. И вот на этом форуме мне очень было интересно послушать касательно об этом, как подается информация, как выстраиваются идеологические линии. Это наиболее важно, я считаю, сейчас для СМИ и для руководителей. Приглашенные спикеры рассказали журналистам, что такое SMM по-русски, как грамотно использовать опыт зарубежных коллег в отечественном медиапространстве. Поделились секретами эффективной работы в социальных сетях, поведали, какие из них набирают обороты, а какие не стоят потраченного времени. Возрос интерес к Телеграму, он все-таки текстовая площадка. ВК прирос там на 5 миллионов по сравнению с 45, которая у него была ежедневная аудитория. Мне кажется, что интересно работать с аудиторией, которая, в общем, ну, родная и лояльная для регионального телевидения, для регионального медиа. Это все-таки, ну, скажем так, женщины там 50+, назовем ее, да, ядро аудитории. Поэтому, исходя из этого, мне кажется, что самые релевантные площадки – это Яндекс.Дзен и Одноклассники. Гости, а вместе с ними и журналисты «Видное ТВ» получили массу полезных кейсов для реализации своих творческих идей, чтобы сделать муниципальное телевидение интереснее для зрителей.